Сегодня готово много общественных формирований спортивного плана взять его в аренду, и чтобы детвора с черемушек туда шла заниматься. Но для этого нужно сделать крышу и сделать хотя бы на первом этаже систему отопления. Поэтому и принято решение направить 290 тысяч на ремонт кровли и на ремонт на первом этаже системы отопления, подготовить его к выборной кампании в обязательном порядке, оживить, и туда потянутся арендаторы.